Июньский знойный темный вечер. Я после выпускного наблюдала за рассветом, когда в тот самый страшный миг мы попрощались с нашей юностью и летом. Мы поняли тогда, что 22 — ужасное число, что все былое прежде — ерунда. Меня отправили на фронт одну. Я покидала старенькую маму, молилась Богу, чтоб не навсегда. Красивый белый бант сменил халат, а руки детские вдруг стали для солдат святыми, хоть и считала всех бойцов родными. Я стала холодна, как чертов автомат. Представьте, девочки, в свои 16 лет была измучена я невлюбленностью, потерями. И каждый божий день я обретала дар любить не только человека ближнего, любить еще соседнего. Прожить, все выстоять, перетерпеть. Такой совет в письме дала мне моя мама. Война, ужасная проклятая война. Зачем разбило сердце девичье так рано? Июньский, знойный темный вечер. С тобой стояли за руку и наблюдали за рассветом, когда в тот самый страшный миг мы попрощались с нашим, только нашим миром.